Всем привет! Сегодня хочу сделать необычный обзор. Это будет не какая-то вещь, а это будет обзор чипсов, которые, конечно, я не купил на Алиэкспресс, но это тоже чипсы производством из Китая. Да, я сегодня тоже это увидел и удивился. Значит, есть такой магазинчик Fix Price, который торгует различными товарами. Ну, по большому счету, они все из Китая. И вот среди них вот есть такие чипсы интересные. Значит, фирма называется Snack. Вот чипсы, видите, есть со вкусом сметаны и лука, 90 грамм. И есть вот со вкусом сыра. Это что-то наподобие подделки под Pringles. Ну, вот я еще не открывал, как видите. Сейчас хочу... Во-первых, продемонстрировать, что они производством из Китая. То есть, видно, производитель Китай. Соответственно, импортер Best Price. И, значит, вот их состав. Картофельное пюре 60%, растительное масло, картофельный крахмал, сахар, соль, эмульгаторы и всякое разного рода порошки для вкуса. Вот. Ну, в общем, состав обычный, классический. Сейчас посмотрим, что они из себя представляют внутри. Да, забыл сказать, что такая одна пачечка стоит 50 рублей. Конечно, дешевле, чем Pringles. Но сейчас посмотрим, что у нас внутри. Ну, как видим, в принципе, похоже на Pringles, но тут как бы есть поломанные кусочки. То есть, видимо, пока везли, оно поломалось. Ну, вот, например, да, похоже на Pringles, то есть, сделаны из пюре, такие чипсы. Значит, на запах очень похоже на Pringles, по вкусу. Тоже, в принципе, похоже. Ну, в принципе, неплохо. Ну, меня просто удивило то, что производитель Китай, и, соответственно, хотел сравнить. Ну, в принципе, можно брать как замену Pringles. Я ставлю положительно хорошую отметку. Ну все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.